За июль сделано многое для закрытия теплового контура строящегося проектно-конструкторского технологического бюро «Совалмаш». События месяца на стройплощадке. Строители завершили заливку подбетонки на первом этаже административно-бытового корпуса и тем самым закончили всю подбетонку в здании. После этого они начали готовиться к гидроизоляции пола первого этажа, за которую последует заливка пола бетоном. Специалисты также закончили монтаж всех оконных рам, вентиляционных решеток, козырьков, ливневок и близки к окончанию монтажа внешней облицовки. Продолжилась и работа по другим направлениям. Противопожарная обработка металлоконструкций, монтаж межкомнатных перегородок на третьем этаже здания, облицовка лестничных маршей и монтаж пожарных лестниц. Инженеры «Совалмаш» работают над модернизацией электробронетранспортера БТР-80А. Транспортное средство готовит к участию в выставке «Армия-2022», чтобы продемонстрировать возможность реализации технологии «Славянка» на различной технике. БТР был демилитаризован и доставлен на территорию строительной площадки. На каждой из 8 колес вездехода установят двигатель с совмещенными обмотками «Славянка». В качестве доноров были выбраны электродвигатели серии АИР сотого габарита. Сейчас специалисты «Совалмаш» занимаются их модернизацией. Модернизированный БТР будет обладать улучшенными ходовыми характеристиками. В июле статья «Совалмаш» была опубликована в отраслевом информационном сборнике «Российский общественный транспорт». Этот сборник ежегодно выпускают организаторы Российской недели общественного транспорта, в рамках которой проходит выставка «Электротранс». Выставка состоится в сентябре в Москве, в ней примет участие и компания «Совалмаш». В статье рассказывается о преимуществах технологии «Славянка», применении технологии на транспорте, инновационных разработках «Совалмаш» и услугах будущего инжинирингового центра. Еще одна публикация вышла в «Зеленоградской газете 41». Она посвящена началу выпуска компании «Совалмаш» безредукторных лифтовых двигателей повышенной экономичности. Эти, а также другие публикации о «Совалмаш» доступны на сайте компании в разделе «СМИ о нас». В июле была анонсирована международная конференция Solar Group. Она пройдет 6 августа в Конгресс-центре особой экономической зоны Технополис Москва, недалеко от площадки, где строится ПКТБ «Совалмаш». На конференции выступят представители компаний Solar Group, «Совалмаш» и их партнеры. Будут представлены документы компании и образцы техники на «Славянке». Гости конференции смогут вблизи увидеть строящийся ПКТБ, пообщаться с инвесторами и партнерами проекта из разных стран. В июле была запущена самая выгодная акция в истории проекта «Двигатели Дуйнова». Вы покупаете новый инвестиционный пакет или увеличиваете текущий и получаете от 10 до 50% бонусных долей. Чем дороже пакет, тем больше бонусов вы получите. Приобрести новый пакет можно по дисконту текущего этапа, если вы новичок, либо по дисконту ранее купленного вами пакета, если вы действующий инвестор. Средства, полученные в рамках акции, будут направлены на прокладку инженерных сетей и пуск отопления в ПКТБ «Совалмаш». Инвестируйте на самых выгодных условиях и поддержите проект. Компания Solar Group объявила конкурс видеоотзывов о проекте «Двигатели Дуйнова». Инвестор из любой страны может принять в нем участие. 10 лучших авторов получат от 100 до 1000 долларов на покупку инвестиционных долей. Для этого нужно выполнить все условия конкурса до 5 августа включительно. Подробности конкурса по ссылке в описании этого ролика. Вы еще успеваете принять участие и получить денежный приз.